Итак, у нас бейся или беги. Есть такое вот событие, где нам предстоит три, по-моему, битвы. Да, три битвы, это, скажем так, самое слабое из них. Это существа у нас специализирующиеся на замене. У нас Эдмонд, который замедляет паралич и все дела. То же самое у Пахика. Ну и Раптор здесь самый быстрый, у него есть подмена. Скорее всего, он будет начинать с Раптора, по идее, ну, по логике. Потому что он самый быстрый, ударит сразу и потом сможет подмениться. Поэтому мы возьмем, наверное, существ как-то типа с иммунитетом можно взять. А, вот ты без иммунитета. Давайте вот так вот пойдем. Возьмем иммунитетников, чтобы и паралич нам, короче, не прилетал. И было, в общем-то, повеселей. Начнем с одного из шинкователей. Это у нас не Эрли Доминус, это у нас Диларахейрус. Да, ну начнем с него. Тоже достойный это шинкователь Эдмонд. Да что это он так? А давайте ускоримся, если он подменится на Раптора. А давайте, давайте, давайте. Я сейчас его, в принципе, и вынесу. Так, Эдмонд, ну это хорошо, что мы его пробиваем, не даем ему возможности подмениться, так сказать. Блин, крепкий парень. А ну-ка давайте сделаем так, чтобы его пробить за один удар. Так. Ну вот так давай. Хана ему должна быть. Отлично. Так, ускорение на мне еще работает. Я буду быстрее Раптора. Черт, исчезло мое ускорение. Черт подери! Он сейчас лупанет меня на два косаря. То есть я этого не выдержу. Ну, вот так тогда. Ну, Трики разберется с Раптором. У него не так уж много жизни. У нас есть броня. Да, потому что у меня сейчас будет еще удар с подменой усиленный. Поэтому давайте заберем-ка у него лучше силу. Вот этот был удар. Так, а у меня вообще тут на кого-то есть подмениться? Но это нам не понадобится. Не понадобится. Ах, опять этот наскок идиотский. А у него какая перезарядка? Блин, успею пересмотреть. Наскок. Перезарядка один ход. Ничего себе, через один ход может клепать. Мощно было, но мы были подготовлены во всеоружии. Бой номер два. Так, преграда, команда специалистов по замене. Так, опять же, кровотечение. Просто подмена, щит. И паралич. Параличик, да? Ну, идем тем же составом. Ну, давайте, ладно, возьмем вот этого парня. На всякий случай. Вот так давайте сходим. Ну, конечно, лучше было бы взять Эрли Доминуса, но давайте и так попытаемся порешать вопрос. Ночной кошмарчик. Ну давайте, дело Архерис, если что, он сможет сбежать. Так, замедление у Стиги нет, но у него будет... То есть я был быстрее, и он меня проатаковал, так получилось. Блин, ну значки как-то глючат, у него выше уровень, он должен был быть быстрее. Ну, щит так щит. Так, так, что дальше делаем? Ну, давайте подменимся, что нам стоит. Может, на магнипиритора подменимся?
Ну, Ютаринекс, ну пусть будет так. Замедлит нас. Гаденыш. Блин, опережающий недоступен. Подменится, ну да, конечно же. Блин, больно, почти пробил. Ай, ё-моё, выжил, 37 хелсов. Ах, ты ж подлец. Так это он меня практически убил. Так, это я вообще смогу сбежать таким образом? Да, таки я сбежал. Больно бьет, гаденыш. Но у нас есть нейтрализация. Ха-ха! Еще и кританули. Шикарно. У нас, в принципе, равный бой, то есть уровень противника такой же, как и у меня. Та-дам! Сюрприз! Даже если бы он поставил щит, это его не спасло. Прикольно, и нейтрализация сквозь щит, в принципе, пробивает сквозь щит. Там-та-да-дам! Так, существа. То есть это, в принципе, то же, что было первый раз, но теперь только страшнее, да, я так понимаю? Угу. Ага, угу. Так, ну давайте попробуем опять ту стратегию, которая у меня была. Иммунитетники. Ну и вот этот пусть идет. Для подстраховки. Сейчас, надеюсь, я попаду на раптора. Будет прикольно. Так, ну нам сразу прилетит двойной урон, но мы сможем уйти в инвизибилити. Так, ну что, давай. Шинкователь 2. Потрошитель, да, то у нас шинкователь, а это будет потрошитель. Ну, это нам не страшно. Он действует точно так же, как и в прошлый раз, получается. Глупец. Так, я хочу себя ускорить, чтобы, когда подменится он на раптора, вот я хочу, чтобы он подменился на раптора, я оказался быстрее. Ну, давай. Раптор должен появиться. Блин, Эдмонд, вот гаденыш. Я еще себя ускорю. Я специально хочу дождаться. Если я выживу, конечно. Не-не-не, дорогой. Вот, вот теперь раптор, давай. У меня ускорение там на сколько? Я быстрее полюбасу буду. У меня там, по-моему, 50% Блин. Я хотел посмотреть, что это за удар был. Блин, я только ударить-то я хотел подменой. Ну да, ты быстрее, и чё? Да, нету смысла мне даже пытаться там уклониться. 23 уровень, до свидания. Индоминус 21 знает свое дело. Так, и награды, да, так пахик выглядит интересно. Не такая, конечно, наросты, как у Стиги или у Дракорекса, да, у пахика прям такой горшок какой-то на голове. Скафагнат, отлично. Можно еще качнуть. Дельта. О-о-о-о-о-о-о. А у меня что, его не было? Эпика. Прикольно.
и Майязавр, ребята.